Металлург – серьезная и почитаемая профессия. Современная металлургия – это высокотехнологичная отрасль, в которой тяжелый труд геологов и горняков сопряжен с автоматизированными фабриками и комбинатами. Одним из передовиков отрасли, работающей в нашем крае, является компания «Полиметалл», сделавшая День металлургов важным праздником во всех городах и поселках, где работают ее предприятия. В том числе и в Амурске, на территории которого ведет свою работу Амурский гидрометаллургический комбинат. В этом году металлургов чествовали накануне праздника 18 и 19 июля. 18 июля в районном молодежном досуговом центре состоялся торжественный вечер для сотрудников Амурского гидрометаллургического комбината и предприятия ресурса «Обозино». На улице гостей встречал духовой оркестр под управлением Александра Юрковского, а на входе в центр приветствовали живые статуи в золото-серебряных одеждах, с которыми могли сфотографироваться все желающие. До начала торжественного собрания металлургов погрузили в песочную церемонию. Каждый мог наполнить разноцветными песками колбу с пожеланием изобрать ее себе на память, а после гости прошли в концертный зал на церемонию награждения лучших сотрудников предприятия. В этом году почетными грамотами и благодарностями отмечена работа 17 сотрудников Амурского АГМК. От лица всех амурчан металлургов поздравляют глава Амурского муниципального района Иван Масько. Он отметил, что металлургия является базовой отраслью для всей экономики страны. В этот день хотелось бы пожелать вам всем успехов, здоровья крепкого, удачи. С праздником вас! С Днем Металлурга! В этом году большинство наград получили аппаратчики-гидрометаллурги. Им вручили 4 почетные грамоты и 5 благодарностей управляющего директора Виктора Никитанова. Я буду краток. С праздником вас, металлурги! Здоровья, счастья, семейного благополучия и удачи, чтобы золотая жила никогда нас не покидала. Впервые с момента запуска Амурского ГМК была вручена благодарность губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта. Ее объявили инженеру-программисту службы автоматизации технологических процессов Григорию Владимировичу Янковскому. Поздравляю всех с Днем Металлурга. Я, естественно, очень рад. Очень приятно, когда твой труд ценят. Очень приятно, что у нас в Амурске появилось такое предприятие, где можно получить какие-то такие знания, опыт такой вот уникальный. Опять же, предприятие такое уникальное, по крайней мере, одно из первых, первое в России, которое занимается автоклавированием. Поэтому можно сказать, что знания здесь и опыт, полученный на этой работе, уникальный. Так что даже без награды уже приятно работать. Я очень благодарна управляющему директору за то, что он оценил мой скромный вклад в развитие комбината. Это замечательно. Я очень рада. В завершении мероприятия поздравить металлургов с их профессиональным праздником на сцену вышла музыкальная группа из Хабаровска «Морозов».